Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, это машины есть машину. Игрушка, надеюсь, ты поддержишь меня пальцем вверх. Ну, а мы начинаем. Вторая серия, ребятки, про нашу машинку. Мы постараемся выжать, это мультигра такая. Действительно, машинка очень классная. У нас есть магнит, это очень круто, ребят. То, что у нас есть магнит, теперь мы сможем кристаллики более часто собирать. А это очень-очень положительно скажется в дальнейшем, потому что мы быстрее разовьемся, станем более крутыми. Блин, вот как же так? Ух ты ж, елки-палки, вот это... Вот зараза, смотрите. Да ты издеваешься надо мной. Убегаем, убегаем, убегай, убегай, убегай. Аптечка, аптечка. Фу, благо, благо, благо. Езжай, 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 езжай. Блин, эти бочки всякие тут. Обалдеть, обалдеть. Блин. Да что ты будешь делать? Да как вас много-то? Пипец какой-то. Фу, отбились, 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 отбились. Заморозка? Она мне поможет, нифига себе. Ребят, ну их слишком много. Я вам скажу, их очень сильно много. Я уже весь побитый. Я не знаю, возможно, не доеду до финиша. Так, давайте ускоримся, ускоримся. Фух. Это было, я вам скажу, нелегко, ребят. Это жесть, как нелегко было. Два раза сможем крутануть рулеточку. Один подарочек не собрали, но сможем в другой раз. О, 1000. Блистательно на маленьких левелов зарабатывать 1000. Это нам очень повезло. Ну и соточку, в принципе, 1100, нормально. Так, продолжим. Идем сразу в магазин. Лучше бы, конечно, нам броню прокачать. Так, она стоит 1300. Отлично, как раз хватит, давайте. Ну-ка, качаем, посмотрим, какими мы станем. О, сзади, видели, увеличилось. Замечательно. Но больше нам не хватает, к сожалению. Есть устройство, таран, 2000 стоит таран. Но таран нам обязательно нужен. Давайте накопим на таран. В этой серии будем копить на таран. Больше ничего не будем покупать. Выбираем уровень. Шестой, блин, ну что, мне кажется, будет слишком сложно. Давайте пятый еще раз переиграем. На пятом как-то еще можно выжить. Новое достижение. Плюс 500 опыта. Так, ну что ж, постараемся. Так, езжаем. Только аккуратно. Да вот сразу стали кусать. Вот какой негодяй, смотрите. Паразит какой. Паразитище. Маленький такой, кусается, вообще ужас. Может быть, мы с вами... Наверх, наверх, наверх. Сможем залезть, залезть. Блин, прикиньте, не залез. Да что ты будешь делать-то? Вот кусака какой. Блин, ускоряйся ты. Какие они твари вообще. Все, отлично, двоих. Одной бомбой двоих убил. А где еще один подарок? Я, ребят, не могу заметить его. Так, ну-ка. Дальше, дальше, вот он. Отлично, взяли. Да умри ты уже. Фу, отлично. Отличненько просто. У меня еще есть один подарок. Это очень замечательно. Он нам может пригодиться. Сыграет главную роль. Ой, яхо-хо. Так, что у нас по удаче? Один раз можем крутануть. Ну, давайте крутанем. Здесь что-нибудь достойно выпадет. 1000 еще раз. 50. Блин, ну это очень плохо. То есть нам, по сути, нужно еще 1000. А, идем на уровни. Шестой уровень. Так, скоро бензинчик еще один прибавится, пока мы играем. Два раза поиграть. Шестой. Я предлагаю взять... Блин, мы потратили деньги, что ли? Я взял здоровье. Боже мой. Не стоило сначала тратить. Так, ладно. Я думал, он бесплатным нам достанется. Зато мы сможем дойти. О, тихо, 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 тихо. 2000 заработали. Так, получайте. У меня дополнительное здоровье. Это, конечно, круто. Пока что не стоит, ехать быстро. Вот, ну-ка, перепрыгнем. Нужно вовремя нажимать. Да этот мелкий, ничего страшного не будет, если он меня немножко покусает. А вот это уже плохо. Отвали, отвали, отвали. Так, взяли один подарок. Еще остался один. Отлично, облако. Облако мне поможет. Фу, блистательно.
хоть немножко, но все равно помогло. У меня есть еще 4 бомбы. Это просто превосходно. Взорвали. Да что ты? Да смотрите, как... Ну-ка. Я постараюсь залезть, ребят. Ну-ка, давай. Так, кувыркайся, кувыркайся, давайте. Не знаю, получится, нет? Не могу туда долезть. Так, давай, кувыркайся. Блин, что с моим колесом? Я застрял, что ли? Что со мной происходит? Выкарабкайся отсюда. Да ты издеваешься. Ребят, я, походу, застрял. Я не знаю, что сделать. Блин. Он реально не может вылезти. Давай, давай, давай. Если как-то расшататься. Не, не может. Ну, блин. Вот так можно застрять. Баг, который не уладили. Давайте сначала начнем. Ну, а что делать? И зря я здоровье вообще брал. 400 рубинов зря потратил. Так, ладно. Поаккуратнее играть. Так, две машинки сорвали. Нам еще долго ехать. Поаккуратнее нужно играть. Вот малявка, блин, смотрите. Конница за нами. Блин. Да что ты будешь делать? Да меня сейчас сожрут нафиг. Уезжаем, уезжаем, уезжаем. Пока нас не догнали. Да, блин, хотел поверху поехать. Что ж ты будешь делать? Ну это... Смотрите, какие шакалы. Да, ё-моё. Опять меня... Вот сейчас сожрут меня. Ё-моё, голодные машины. Уезжай, уезжай нафиг отсюда. Все, лети, 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 дорогой. Да лети уже. Боже мой. Мы смогли, ребят. Мы сумели. Так, два раза можно крутануть. Я надеюсь, что выпадет 1000. 100, конечно, это очень мало. Может, другую? Нам сейчас 1000 нужна очень сильно. Соточка, блин. Даже 500 не поможет. Нам 1000 нужна. Косарь. Вообще 50. Дальше уже невыносимо сложно будет играть. Так, ну а что поделать? Давайте смотрим уровни. 6 преодолели, и теперь 7. Надеюсь, у нас получится. Мы постараемся. Действительно, очень сложно. Очень сложная игра. 7 уровень. Блин. Бесплатных нет восстановления. Отвали нафиг. Он защищается, ребят. Постараемся. Еще, конечно, мы можем восстановить здоровье. Но придется нам потратиться. Блин, какие вы прожорливые. Очень сложная, ребята, игра. Вот именно первая часть. Слазь, залазь, залазь. Давай, давай, давай. Эх, ты, не получилось немножко. Да достали вы меня, реально. Блин. Давай, залазь. Фух, отлично, залезли. Удачно мы. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Так, лучше по центру пойдем. Фух, отлично, Армагеддон. Он нам поможет немножко. Так, отлично, едем, едем, едем. Почти приехали. Я думал, мы не справимся. Да что ты будешь делать? Сможем не забраться. Отлично, подарок есть. Фу. Отлично, 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 победили. Проехали. Но достижение также у нас. 2000 хп. Ну что ж, наконец-таки смотрим дальше. 6 уровень у меня в профиле. Я очень рад. Так, 100. Ну, то есть следующая серия у нас уже будет... Крюк с вами. То есть будет уже проще. Тем более бензин закончился, так что... Так что нет смысла уже. Так, последний раз вращаем. 50.
Это сложная, сложная игра. Продолжить. Так, идем в магазин. И самое главное, что нам надо купить, это вот этот крюк. Так, устройство. Вот, вот, ребята, крюк, вот этот таран. Таран покупаем. Да, отлично. Видите, вот такой маленький шип вырос. Он очень будет нам сильно помогать. Вот, ребят. Ну-ка, давайте я покажу вам уровни. Так, значит, 7 уровней мы прошли, ну, просто идеально. У нас 8-9 будет. Потом будет туманный лес. Призрачный город. И болото. Это самое последнее и самое сложное, я так понимаю. То есть игрушка нелегкая, ребят, непростая. Поэтому нам будет чем заняться. Ну, пока что я с вами попрощаюсь. Всем благодарю. Всем до скорого. Пока-пока.